А в этом касте расскажу про прикольную штуку, такую как начать жить той жизнью, которая вам нравится. На самом деле секрет предельно прост, я сегодня не буду растекаться, рассказывать какие-то суперсложные заумные схемы. На самом деле большинство людей... поделись трансляцией. Я пытаюсь это сделать, я не могу найти. Так, снизу берешь и так наверх. Да, кто желтый мои, кто-то ставит, супер. На самом деле, там еду принесли уже. Секрет очень прост в плане того, что большинство людей хотят жить классной, красивой жизнью, но при этом они не представляют, как эта жизнь должна выглядеть. То есть нету картинки в голове. Как вы представляете себе свою идеальную жизнь? Ну, просто у большинства людей нету понимания того, как, собственно, вы хотите жить. Вот есть такая картина, вот ты просыпаешься, ты понимаешь, я встаю в столько-то, иду туда-то, занимаюсь тем-то, кушаю то-то, встречаюсь с такими-то людьми, делаю то-то. То есть должен быть план какой-то минимальный. Поэтому первое, что вам нужно сделать для того, чтобы начать жить той жизнью, которая вам нравится, это написать или нарисовать вашу жизнь. То есть прям напишите, возьмите листочек бумаги, либо альбомный лист, кому как удобнее, и нарисуйте или напишите, какой ваш идеальный день, чем вы занимаетесь, что вы делаете, где, как вы путешествуете, с кем вы общаетесь, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите, там, какой план у вас на год, на два, на пять. То есть вы должны написать какой-то минимальный план, чем вы, собственно, занимаетесь. Чё? Сейчас, секундочку. Минутку паузы. Все. Пригласили еще кучу людей. Так. Окей. Да, вот пока люди заходят, тут нам еду просто принесли. Thank you. А вот, так вот, первый план вам нужно, на самом деле, написать, как выглядит ваша идеальная жизнь. Например, там, вы просыпаетесь с утра, идете там в тренажерный зал, в бассейн, потом вы там, например, работаете столько-то часов, потом вы делаете то-то. Ну, то есть вы должны понимать, какой у вас идеальный день. То есть если вы только хотя бы вот это сделаете на бумаге, бумага обладает таким свойством, что все, что вы туда пишете, обычно сбывается. Есть такое крутое упражнение, которое мы даем на тренингах. Это вам нужно на бумаге написать ваши цели на этот год и спрятать эту бумагу. То есть вы убираете до следующего года. И на следующий год, когда год проходит, вы эту бумагу открываете, смотрите, на сколько процентов ваши цели сбылись. Часто бывает, что... примерно 70-80 или даже 90%, иногда даже 100 сбываются. То есть вы ставите себе цели на бумаге, они сбываются. Не знаю, как это работает, но это декларация вашего намерения Вселенной. То, что вы хотите, вы это хотите. И Вселенная говорит окей, и она просто исполняет. Это первое, что вам нужно сделать. Первое, все прописано на бумаге. Второе, так как то, что вы туда пишете, это всего лишь ваша мечта, ваша задача мечту превратить в цель. То есть мечта – это что-то где-то там далеко не конкретное, а цель – это что-то здесь конкретное. У цели есть два свойства. Первое – она очень конкретная. То есть вы пишете, сколько вам на это нужно денег. Первое – это как раз-таки финансовый вопрос, потому что практически все ваши мечтания, ну, чтобы их исполнить, нужны деньги на большинство из них. А на которые не нужны, вы и так можете сейчас их исполнить. Поэтому… первое, вы пишете, сколько вам нужно денег. Второе, вы пишете, за какой срок вам эти деньги нужны. То есть у цели обязательно должен быть дедлайн. Тогда это цель, а не мечта. Это второе, что вы делаете. То есть первое, вы пишете, как выглядит ваша идеальная жизнь. Второе, вы пишете, сколько денег вам это нужно и за какой срок вы хотите достичь. То есть вы из мечты все превращаете в цель. Это второе. Третье, что вам нужно для того, чтобы это все реализовалось, вам нужен план. Вы из всего этого составляете пошаговый план действия, что вы будете делать каждый день для того, чтобы двигаться к вашим целям. $1000 в месяц кто-то написал. Ну все, отлично, у вас конкретика есть. И дальше вы составляете план. $1000 в месяц – это сколько, ну, сколько действий мне нужно сделать для того, чтобы добиться планку $1000 в месяц. То есть вы пишете план и просто начинаете этому плану следовать. И четвертое, то, что вам нужно для того, чтобы все это сработало в купе. То есть на словах как бы все просто. На самом деле нужно добавить немножечко, чуть-чуть терпения и ожидания. То есть
На самом деле, скажем так, марафоны побеждают не тот, кто быстрее всех стартанул, побеждает тот, кто вытерпел и смог дойти до конца. Бизнес и построение своей жизни – это на самом деле не спринт, это марафон. То есть нельзя очень быстро построить идеальную свою жизнь. Вам нужно каждый день чуть-чуть класть кирпичик за кирпичиком, и у вас тогда ну, что-то получится, классный дом. То есть не настраивайтесь бежать быстро, настраивайтесь бежать долго. То есть планируйте свой успех в масштабах там, год, два, три, пять. Это нормально. То есть не нужно мыслить там, категориями там, «я сегодня живу, не знаю, что будет со мной завтра». То есть желательно как бы делать план. Если будет план, и вы этому плану будете держаться, вы даже не заметите, как это время пролетит, и ваши цели исполнятся. Поэтому вот такой простой план, на самом деле, пошаговый, то, что вам нужно сделать. Первое. Что вам нужно сделать прямо сейчас? Берете ручку, бумагу, пишите, как выглядит ваша идеальная жизнь, либо рисуете. Второе, из мечты это превращаете в цель. Третье, цель должна быть конкретной. И после этого, собственно, вы что вы делаете? Вы ждете, ставите дедлайн, да, делаете план, начинаете делать и настраиваетесь на терпение. Вы ждете. То есть не ждете, вы действуете, но будьте готовы к тому, что это не придет сразу. То есть успех не приходит сразу, это ну как бы нормально. То есть я свои первые деньги зарабатывал 4 года, я шел к первому миллиону рублей. 4 года, 4. Многие хотят сейчас заработать миллион за месяц. 4 года. Так что ну я не верю в то, что ну можно, есть у нас ученики, которые это делали, но я не верю, что это возможно так быстро. Поэтому такой план действий, начинайте его использовать, и я уверен, что вы будете достигать нужных вам результатов. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся на других моих бизнес-трансляциях. Ну, у меня трансляции будут по двум темам. Кстати, кто не подписан, подпишитесь на меня. Первое – это путешествия онлайн. Они будут обозначены хэштегом «путешествия онлайн». Мы сейчас путешествуем, и я буду как раз-таки делать трансляции, где буду показывать, где мы, какие-то классные виды, какие-то эмоции. И второе – это бизнес онлайн. Я буду рассказывать про секреты бизнеса, как вам построить бизнес, который будет приносить вам деньги, который позволит жить той жизнью, которая вам нравится. Поэтому подписывайтесь и увидимся на других трансляциях. Всем пока!